Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван, и я рад приветствовать вас на канале «Процветок». Сегодня мы поговорим с вами об удобрениях. Тема весьма актуальная. Если вы зайдете в магазин, все с этим сталкивались, предложение по удобрениям всегда очень-очень широкое. И даже опытный садовод иногда может растеряться, какое лучше удобрение использовать. Не лишне напомнить, что основными элементами питания растений являются азот, фосфор и калий. И для каждого этого элемента питания имеется свое собственное удобрение. И, может быть, было бы хорошо, если бы не было проблемы выбора, какое есть, такое взял. Однако же и азотные, фосфорные, калийные удобрения зачастую предлагаются в различных вариантах. Все варианты полезны, однако для разных задач предназначены различные формы удобрения. Одно из наиболее распространенных азотных удобрений – это карбамид. Все с ним знакомы. Называется оно еще мочевина. Оно очень хорошо растворяется в воде, и мы частенько используем его в качестве фунгицида для создания такого крепкого гипертонического раствора. Да если еще туда добавить медного купороса, то вполне таким раствором можно проводить весеннюю искореняющую обработку по кустарникам и деревьям, в том числе декоративным, а также осеннюю обработку по листве. Она тогда скручивается, съеживается, высыхает и не дает возможности размножаться на ней вредным всяким паразитам и патогенам. Но сегодня мы поговорим о карбамиде как именно удобрении. Карбамид – это самое концентрированное азотное удобрение, которое только можно найти в наших магазинах. При этом у него есть очень серьезный недостаток. Карбамид не работает в холодной почве. Почему? Ведь карбамид – это соединение аммиака с углекислым газом. И растения напрямую усвоить его не могут. Для того, чтобы карбамид усвоился, его надо внести в почву. И чтобы бактерии там поработали, чтобы они превратили его в аммиак и в нитраты. И, соответственно, растения только в аммиачной нитратной форме могут его усвоить. Поэтому карбамид рано весной для подкормки чеснока, многолетних цветов и так далее, кустарников мы не используем, потому что работать он быстро не будет. Альтернативой карбамиду в весенний период, особенно когда все еще почва холодная, является аммиачная селитра. Аммиачная селитра содержит азот в двух доступных формах для растений. Это аммоний и нитрат. Это очень хорошее концентрированное удобрение, менее концентрированное, чем мочевина, однако же очень и очень полезное. Калийные удобрения тоже существуют в двух формах. Одна из наиболее распространенных и дешевых форм – это калий хлористый. Но у него есть очень большой недостаток, который понятен из его названия. Это содержание хлора. Хлор для многих огородных садовых растений является чрезвычайно вредным элементом. Поэтому калий хлористый можно вносить преимущественно осенью, когда талыми водами избыток хлора сможет вымыться из почвы. Весной калий хлористый лучше в огороде не вносить. При этом есть альтернатива – калий сернокислый. Калий сернокислый не содержит хлор, а также он является хорошим источником серы для растений, которая также является не самым важным, но абсолютно необходимым элементом питания для растений. Ну и фосфорные удобрения. Фосфорные удобрения чрезвычайно важны. Недостаток фосфора – это понижение урожайности, понижение устойчивости к болезням и вредителям и так далее, понижение качества, сладости плодов и всевозможная потеря качества нашего урожая. Недостатком фосфорного удобрения является то, что после его внесения, его можно и осенью, и весной вносить, работать оно начнет в лучшем случае только через год. Фосфорные удобрения растворяются очень-очень медленно в почве. Для того, чтобы дать фосфорную подкормку вашим растениям как можно быстрее, необходимо стакан суперфосфата или двойного суперфосфата растворить в ведре кипятка и оставить на ночь. Утром немножечко все это взмутить как следует, дать осадку осесть, а получившийся рассол разбавлять 5-6 раз и вносить под корень растения. В таком случае растения получат быструю фосфорную подкормку. Относительно комплексных удобрений могу сказать следующее. Комплексные удобрения, которые содержат азот, не стоит вносить осенью. Этот азот вымоется талыми водами и практически не задержится в почве. Это выброшенные деньги, усилия и надежды. В то же время
комплексные удобрения, которые содержат хлористый калий, а его иногда можно узнать по красному и такому бордоватому цвету гранул, не стоит вносить весной, в связи с тем, что я уже сказал. Поэтому, если вы не уверены, содержит ваше комплексное удобрение много азота или недостаток, или мало азота, хлорное оно или бесхлорное, лучше пользоваться удобрениями с одним действующим веществом, тогда вы точно не ошибетесь. Спасибо большое вам за внимание. Меня зовут Иван Русских. Подписывайтесь на наш канал Процветок, задавайте свои вопросы в обсуждениях. Мы будем рады вам ответить на ваши вопросы. И до встречи в следующих выпусках.